9 многодетных семей стали владельцами 10 соток в деревне Тверитино. В администрации Серпухова прошла жеребьевка по распределению земельных участков. Кадастровые номера запечатали в конверты, и представителям многодетных семей предложили выбрать один из 9. После чего специалисты знакомились с расположением участков на кадастровой карте. 4 детей, что ж мы в общежитии живем. Поэтому мечтаю, да, о светлом доме большом. Многодетным дали месяц на раздумье, согласиться или отказаться от предоставленных участков. Всего в прошлом году в Серпухове 197 семей стали обладателями земли.